Первое в Евразии. Первое музыкальное. Первая премия EMA 2012. Первого евразийского телеканала Музон. Только лучшие артисты, громкие хиты года и главные имена 2012-го на главной музыкальной площадке Евразии. Как это было? 16 февраля в субботу в 18:00 и 17 февраля в 12 часов дня. Слезы победителей, комментарии проигравших и хедлайнер премии «Дан Балан». В телеверсии главного музыкального события Евразии. Первая евразийская музыкальная премия EMA 2012. Все только начинается.